fut l'un des plus grands violonistes de ce siècle. Élevé dans la tradition de l'école russe du violon, David Oistrakh est considéré comme le père, le fondateur de l'école soviétique. Cet artiste magnifique est à l'origine dans sa propre famille de trois générations de violonistes. Il y avait David, il y a Igor, son fils, et son petit-fils Valéry Oistrakh. Soyeuse et nostalgique dans Tchaïkovski, la noblesse et la carrure du style dans Bach, l'élégance et l'aisance d'un archet d'une netteté incomparable, bientôt dans Schubert, pour tout dire un art souverain et inimitable, mais qu'il a su transmettre dans son enseignement, qui a façonné toute une école aujourd'hui bien vivante. Очень хорошо такое, во-первых, си было очень низкое, и оно невыразительное, оно ни к чему не идет. Там крещендо надо обязательно сделать к этому пассажу. Еще раз. Мы nous trouvons ici à l'école centrale de musique de Moscou, une école pour enfants particulièrement doués. Более так
L'accent est mis sur la musique, mais les élèves y reçoivent aussi un enseignement général. 4 получится 2. Хорошо. 50 на 5 получится 10. И 10 на 5. И 10 на 5 получится 5. 10 на 5. 10 на 5 получится 2. 2. 10 и 2. 10 и 2 получится 12. Получится 12. Хорошо. Так. Энергично ноту. У тебя вторая вылезает. Тарам. Понимаешь? И 16-й крупнее. Не надо так их мелко играть. Тарам, папарам. Крупно, 16-е. Plusieurs dizaines d'années, les violonistes soviétiques ont remporté une impressionnante collection de prix dans tous les concours internationaux. Tous, ou presque, sont sortis de cette école. Certains d'entre eux accomplissent une brillante carrière internationale, parmi beaucoup d'autres, Igor Oistrakh, Leonid Kogan, Viktor Tretiakov, Tatiana Grindenko, Alek Kagan, Vladimir Spivakov. Thank you.
кровью. Да, ты знаешь, это как будто у тебя эта музыка была в крови. Ну, может быть, она и была в крови, кто есть, знает. Есть, может быть, и есть. Ну, сегодня несколько моментов тогда. Ты с такой старацией играешь на скрипке. Тебе, кажется, мне еще не надоело играть. Пока что нет. Как это все произошло, ты можешь помнить? Когда ты решился выучиться? Ну, как это часто бывает, за детей решают родители. Так и случилось в моей семье. У меня отец простой инженер был, а мать моя пианистка из очень знаменитого в Советском Союзе города, из города Одессы, откуда произошло много-много известных музыкальных династий. Достаточно вспомнить имена Ойстраха, Гилельса. И, собственно, первые музыкальные звуки я услышал от нее. Это было уже в Ленинграде. Ты тогда жил в Ленинграде? Да, семья жила в Ленинграде вначале. И я поступил в музыкальную школу. Мне очень повезло, потому что я поступил в школу к известному тогда педагогу Любовь Марковне Сигал, которая была ученицей прославленного Леопольда Ауэра, который воспитал целую плеяду выдающихся скрипачей современности. Так что есть целое поколение. Ты как будто ученик Ауэра. Ну, может, не могу сказать, что я ученик Ауэра, но какую-то генетическую связь в этом усмотреть, безусловно, можно. Ну, есть дети, которые уже в раннем возрасте играют очень хорошо на скрипке. Как было для тебя? Естественно ли результат больших усилий? Ну, что я могу сказать? Это не совсем так. Играть на скрипке очень сложно, и мне так же сложно, как и многим другим. Да, но когда ты играешь, кажется, что ты играешь без всякого труда. Да, я не хочу сказать, что я уже дошел до вершин мастерства. Упаси Боже, такого нельзя ни говорить, ни думать тем более. Но просто дело в том, что еще Гёте в свое время писал, что вначале получается все плохо и просто. Потом получается плохо и сложно. А потом получается сложно и хорошо, и только в конце получается хорошо и просто. Ты думаешь о Гёте, когда играешь Баццини? Никогда в жизни, конечно, о Гёте я не думаю, когда я играю Баццини. Но там другие вещи есть. Я считаю, что музыка полна образов. И если это хоровод гномов, то я иногда представляю себе там всяких разных гномиков. Thank you.
Я всегда скучаю по Ленинграду. Он, безусловно, оставил большой след в моей душе. Почему тогда ты переселился в Москву? Были музыкальные причины? Здесь, в Москве, к тому времени, по общему признанию, переместился центр скрипичной школы. Москва как раз расцветала пышным цветом. Именно московская скрипичная школа. Если при Ауэре была петербургская знаменитая школа, эта школа стала главенствовать в Советском Союзе в Москве. Здесь собралась блестящая плеяда выдающихся педагогов-исполнителей, как профессора Давид Федорович Ойстрах, мой профессор Юрий Исаевич Инкелевич, в то время преподавал профессор Кузнецов, профессор Мострас, профессор Баринова, профессор Беленький. Сумели наиболее полно, самые свои интимные какие-то переживания, тайный мир свой собственный. Чайковский говорил о том, что камерная музыка — это лирическая исповедь души композитора. Это очень верные слова. Значит, играем это очень скупо, без вибрации и так. Уже все в прошлом, все прошло. Но уже в школе меня наблюдал и со мной занимался профессор Янкелевич. Угу. И в консерватории я продолжил занятия у него. Что это такое, по-твоему, педагог? Какие у него должны быть качества? Я думаю, что не обязательно быть выдающимся исполнителем для того, чтобы быть выдающимся педагогом. Скажем, мой профессор Янкелевич не был выдающимся исполнителем, виртуозом, скрипачом, но был выдающимся педагогом. Я думаю, что для педагога очень важно уметь проникать не только в душу другого человека, но также в его ощущения, в его кинестетические ощущения, мускульные ощущения.
Юрий Исаевич мог с закрытыми глазами буквально сказать: «Володя, это место ты играешь с плохой, зажатой правой рукой». Я даже этого не замечал иногда, но оказывалось, что действительно так оно и есть. Саша, оно у тебя, знаешь, какое-то такое плосковатое. Ты попробуй, чтобы оно было более округлое такое, знаешь. Пожалуйста, посмотри, во-первых, в какой части смычка вот это, и в какой части струны ты играешь. Когда ты Таше. Обучение игре на скрипке – это очень трудоемкий и сложный процесс, который состоит из очень многих компонентов, хотя бы в силу того, что это очень противоестественно все время находиться в таком состоянии рукам. Не совпадают пальцы. Из-за этого пиката не четко. А еще более четко. Вниз и вверх. Нет, у тебя получается вниз один штрих, вверх другой штрих. Одинаковое количество смычка. Еще не годится. Получается так. Вниз, когда ты играешь, смычок более плотный, вверх более легкий. Из-за этого пестрый. Ты был учеником в Центральной музыкальной школе в Москве. Что это такое за школа? Центральная музыкальная школа в Москве – это, в общем-то, практически центральная музыкальная школа Советского Союза, куда съезжаются и проходят специальный конкурс дети от 6-7 лет до 16 до 15-16, со всего Советского Союза наиболее одаренные дети. Москвичи живут здесь, в Москве, с родителями, а те, которые из других городов, получают место в интернате при ЦМШ, где они могут жить, где они могут работать, где они также получают питание. Мне очень приятно было, когда я находился в Лондоне, я играл концерт для школы Минухина. И мне было приятно, что в разговоре со мной он сказал, что свою идею создания школы, именно такой, он почерпнул в Москве, когда он был. Когда он увидел детишек самых разных национальностей, которые сидели, очень внимательно слушали его игру, и очень на него большое впечатление произвело все это. Он решил создать такую школу у себя в Англии. Мне приятно это очень. У Павлика как-то все получалось ровно. Вообще у него так не совсем, может быть, обычно сложилось. Он в 3 года, по-моему, или в 4, захотел страшно играть на скрипке. Да. При том, что у него и отец, и мать пианисты. Настолько он захотел играть на скрипке, что ни о чем другом он слушать не желал. И когда ему купили эту скрипку, он даже, по-моему, хотел с ней спать, когда он ложился спать, потому что боялся с ней расстаться. И вот здесь как раз проблемы не было. Заставлять, не заставлять заниматься, он сам хотел. Ты сколько часов каждый день занимаешься? Ну, смотря, вот когда в школу, 2-3 часа. Ну, а вот когда нет школы, то сколько получится, сколько все в день. Зависит от репертуара, зависит от того, нет, что... вообще-то это все равно, что одинаковое количество времени. Он любит. Он любит это дело. А ты занимаешься другими предметами так хорошо, как музыкой? Ну да, вообще. Thank you.
каждый палец, каждый. Окно. Увидел, что на улице весна. Капель под самое окно подошла цыганка. Вот и все. Ты недавно стал дирижировать. И я думаю, что ты даже остановил ансамбль. Что это такое за ансамбль? Это все продолжающаяся моя любовь к камерному музицированию совместному. Это ансамбль, камерный оркестр, который мы назвали «Виртуозы Москвы». Потому что есть аналогичные коллективы в Риме, скажем, виртуозы Рима или Лондоны, виртуозы Лондона. Почему не быть виртуозом Москвы? Членов группы. Во-первых, это собрались единомышленники по
музыкальному направлению. Во-вторых, там только ученики, представители школ Пенкелевича и Ойстраха. И в-третьих, члены квартета имени Бородина занимают места концертмейстеров групп, что само по себе очень почетно и приятно, потому что это мои друзья, и с ними много пережито и сыграно. Мне очень важно, чтобы рука левая передвигалась необыкновенно легко по скрипке, по грифу. Никакого движения там нет. Вот посмотрите это место. Еще раз оттуда сыграем из-за так. Сыграем, я сыграю за группу первых скрипок, и мы сыграем с вами, хорошо? Из-за такт этот. Все вместе попробуем это место. Еще раз. Возьмем так, возьмем фермату. Фермату возьмем. Учительница мне сказала, что ты уже сыграл с оркестром. Да. Что? Какой концерт? Вивальди ля минорный, Берг, 9-й концерт. Да, с симфоническим оркестром? Да, с симфоническим оркестром. У вас здесь в школе есть оркестр? У нас вообще есть, но это как предмет, это школьный оркестр. А ты играешь тоже в оркестре? Нет, это с 8-го класса, по-моему. Ага, только когда... Только старшие, да, играют в этом оркестре. А у нас есть такая практика, это очень хорошая практика. Мы имеем абонементы концертов в разных городах. Вот, например, в Горьком, недалеко от Москвы. Такой город хороший, хороший там оркестр, филармония. И у нас там 6 концертов в сезон. И поэтому, в общем, имеется возможность практики такой. В этом году он играл не с оркестром, вот играл пьесы. Так что много, в общем, выступлений. Для них это большая практика.
играешь тоже на рояле, нет? Ну, я играю, но совсем чуть-чуть. Сейчас пока я... У меня вот этот период времени я не играю. Чуть-чуть. А кем ты хочешь стать позже? Дирижером. Не скрипачем? Ну, я не знаю. Если у меня с дирижером не выйдет, тогда скрипачем. А почему ты предпочитаешь дирижировать, чем играть? Да. Почему? Ну, потому что папа дирижер. Так, спасибо. Сейчас порепетируем фрагменты из «Ромео и Джульетты» Чайковского. Геннадий Рождественский. Malgré un nom difficile à retenir pour un étranger, Геннадий Рождественский est le plus célèbre chef d'orchestre soviétique. En dehors de ses activités qui l'amènent à sillonner le monde entier, il est aussi professeur de direction d'orchestre au Conservatoire de Moscou. Et fait bénéficier de son expérience un orchestre d'étudiants à la fondation duquel il a pris part. Tous les violonistes ne sont pas en effet destinés à devenir solistes, Dieu merci, comme le dit Rozhdestvensky, sans quoi sa profession n'aurait plus de raison d'être. Геннадий Николаевич, вы дирижировали почти всеми оркестрами, наилучшими оркестрами в мире. Вы думаете, что у каждого хорошего оркестра есть свои черты? Безусловно, у каждого оркестра есть свои черты, помимо того, что их объединяет одно – способность хорошо играть. Но, конечно, мы можем найти различия, которые, как мне кажется,
прежде всего заключается в способности исполнять определенный репертуар. То есть, скажем, для оркестра Ленинградской филармонии, по-видимому, наилучшим репертуаром будут симфонии Чайковского или музыка Глазунова. Предположим, для Национального оркестра Франции, по-видимому, произведения Дебюсси и Равеля, и так далее, и так далее. Струнные группы в русских оркестрах отличаются, может быть, своим качеством игры. Мне кажется, это, прежде всего, способ звукоизвлечения, приближающийся к вокализации, кажется, к пению. Ну и причиной тому, мне кажется, школа обучения игры на струнных инструментах. Школа, которая, как вы сами прекрасно знаете, имеет свою давнюю историю. Когда вы дирижируете в Англии, или во Франции, или в Америке, вы тоже дирижируете русских актеров? Безусловно, безусловно. Это для вас особенно труднее, чем когда вы в Москве просто? Это гораздо труднее, хотя технический уровень исполнения безупречен. Это так же сложно, как идеально говорить на иностранном языке. И, может быть, в Москве или в Ленинграде мне пришлось бы больше репетировать для того, чтобы добиться совершенства технического ансамбля, чем, скажем, в Лондоне или, скажем, в Чикаго. Но, однако, специальная окраска, аромат и то, что составляет эту отличительную черту, этого добиться очень трудно. А может быть, и не нужно. А может быть, это и противоестественно. Это все равно, что если добиваться от эстрадного оркестра, находящегося, работающего в России, чтобы они играли так, как играет ансамбль Дюка Эллингтона. Значит, мне нужно, чтобы виолончели и первые скрипачи с этим соль слились, были вместе, и акцент в то же время тенуто. Модерато ассай, пожалуйста, от коды. Так же выразительно фраза вся. Поем. Вот здесь, да. Чуть тише аккорд. И еще. Да, хорошо. Очень хороший темп. Мне нравится, как вы подошли к хоралу. Но мне кажется, что характер взмаха ауфтакта при том, как вы показываете вступление деревянным духовым, скорее близок к тому, как если бы это играли струнные. Слишком размазанный ауфтакт, поэтому даже мы играем не совсем вместе. Понятно. Все-таки лучше подготовить это тарадарам, 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 тарадарам.
4, внимание. Так, а ну-ка все вместе последние 4 такта, пожалуйста. Все вместе последние 4 такта. Чуть потише, литавры. Раз.